Ага. Вот он, танк целый, военный, охрененный танк. Всем привет, с вами Денис на канале DieGame. Мы продолжаем играть в Metal Gear Solid. Так, загрузочка. Загрузка, карта памяти. Вот она крайняя, грузится. Грузится, готово, все. Итак, так, почитать миссию, давай. Миссион. Так, змей спасает президента Бейкера от члена Фоксхаунда стрелка Оцелота. Но тот уже отдал код детонации. Единственная вещь, которая может остановить запуск ядерной боеголовки, ключ-код детонации, который так, сюда. После разговора со змеем Бейкер тоже умер. Который на что? Который на змей Рича. Непонятно. Короче, нам надо встретиться с Мэрил. Который на просто. Полностью нам. Так, ладно. Нам надо на B2, второй подземный этаж. И все. Тут все просто. Тут все легко, все просто. Нам надо на второй подземный этаж. Ну-то я сохранялся не здесь, но им пофигу. Им пофигу. Так, погоди, я прокрадусь. Ага, ой-ой-ой, блин, чувак, ну нафига так? Мне надо срочно попасть на лифт. Срочно на лифт на второй этаж. Так, опускайся, лифт. Да быстрее, лифт, ну быстрее, пожалуйста. Лифт! Как же ты долго едешь, ты чего? Вот, все, вот. Ой. Да блин. Ты что, прикалываешься, что ли? Так, B2. Второй подземный этаж. Мы на B2, что ли? Значит, на B1. Итак, нам надо встретиться с Мэрил. Код ее на задней крышке диска. Так, это вот он, 140-15. Ой, нет ответа. О, да, нет ответа, погоди. 15. Вот она. И? Кто ты? Я удивлен, как ты сумела выбраться оттуда. Беглый преступник? Ты племянница полковника Мэрил, я прав? Нет, это не он. Только честно, кто ты? Я тот идиот, которого послал твой дядюшка одного прямо в центр заварушки. Ты пришел один? Ты думаешь, что ты Супермен? Мне не нужны лекции. Ты похожа на своего дядю. Откуда ты знаешь его? Это давняя история. Как тебя зовут? Это не столь важно. Может, ты змей? Жидкий змей? Иногда меня так называют. Легендарный змей, это ты? Извини меня. Я не была уверена, что ты из наших. Зато я был в тебе уверен. Почему? Твои глаза. Глаза? Это не глаза солдата. Это глаза новичка, не так ли? Нет, это красивые и добрые глаза. Этого я ожидала от легендарного жидкого змея. Подкатывает Ты уже. пытаешься сбить меня с ног? Не бойся, ты устоишь на ногах, если ты нашла меня. Мне кажется, реальность не похожа на легенду. Я в это не верю. Почему ты удивилась, когда увидела меня? Ты очень похож на него. Ты имеешь в виду лидера террористов? Да, ты его знаешь? Вы случаем не братья? У меня нет семьи. Но почему вы так похожи? Не знаю, почему бы тебе не спросить у него? Но сначала мне нужна информация. Как ты сюда попала? Что здесь случилось? Извини. Меня захватили вместе с президентом Бейкером после атаки террористов. Ладно, но что это за место? Не думаю, что это просто хранилище ядерного оружия. Эх ты, это так похоже на них. Тебе ничего не рассказывали? Окей. Знаешь, это место и вправду не просто хранилище оружия. Этот комплекс принадлежит корпорации Armstech. Это гражданский комплекс? Да, здесь они сделали Metal Gear. Полковник. Foxhound и спецназ следующего поколения были вызваны для проведения пробного запуска фальшивой боеголовки. Почему Foxhound? Это лучшее спецподразделение, выполняющее секретное задание. Они решили, что смогут справиться с заданием. Но мы раньше испытывали ядерное оружие. Почему именно сейчас? Я слышала, что это последнее испытание перед воплощением проекта Metal Gear в жизнь. Это все, что я знаю. Да, звучит загадочно.
Что хотят террористы, как ты думаешь? Извини, я не знаю. Меня захватили с президентом Бейкером почти сразу. А, да, это случилось после того, как он дал тебе карточку с кодом детонации. Да, так. Удивительно, как ты умудрилась спрятать его от охраны? Ну, женщине есть куда спрятать вещичку. И все же ты видел Бейкера? С ним все в порядке? Он мертв. Что? Сердечный приступ. Тоже случилось и с шефом DARPA. У шефа тоже был сердечный приступ? Да. Что, они оба страдали болезнями сердца? Нет, не думаю. Я не верю в совпадения. Происходит что-то странное. Похоже на то, но что именно, не знаю. Ничего не понимаю. Ты не знаешь, кто разработал проект Metal Gear? Ты о докторе Эмерике? Да, о нем. Он еще жив? Наверное, он в исследовательской лаборатории на втором этаже. Это на север от хранилища. На втором этаже? Да, в исследовательском центре, я думаю. Они заставили его работать над программой запуска. Они не убьют его, пока он не закончит работу. Нам лучше поспешить, пока он еще жив. Твоя правда. Если мы не сможем найти код детонации вовремя, мне придется спросить его, как уничтожить Metal Gear. Ты планируешь обойтись своими силами? Не впервые. Как легче всего пробраться в блок, где держат доктора Эмерика? Есть дверь для перевозки грузов на первом этаже здания. Она ведет на север. Какой уровень допуска для этой двери? 5, но это не проблема. У меня есть карта 5 уровня доступа. Ладно, мне надо идти за доктором. Я пойду с тобой. Нет, ты не справишься с этим. Тебе нужно спрятаться. Я справлюсь. Ты останешься. Растеряешься на одну секунду перед противником, и все, тебе конец. Удача не длится вечно. Я не знаю, что происходит. Я просто не смогла нажать на спуск. На тренировках этого не случалось, но когда я думаю о том, как моя пуля рвет тело кого-нибудь солдата, мне страшно. Стрельба помещений и стрельба по живым людям — вещи разные. С самого детства я всегда мечтала о том, чтобы стать солдатом. Каждый день я тренировала свой ум, тело, чтобы когда-нибудь столкнуться с реальным врагом. Но сейчас я... Что сейчас? Уже не хочешь? Я не могу. Я не могу себе это позволить. Послушай, Мэрил, убить живого человека всегда тяжело. К сожалению, убивать становится тем легче, чем больше ты убиваешь. Когда идет война, у людей просыпаются животные чувства. Легко забыть о том, что такое грех на поле боя. Но это же не война. Это теоретический акт. Ты немного нервничаешь после схватки. Поток адреналина в твоей крови начинает уменьшаться. Успокойся. Но я научилась всему в военной академии. Поговорим об этом позднее. Сейчас надо думать о том, как остаться в живых. Если я останусь в живых, я подумаю над иными материями. Хорошо. Позволь мне указать тебе иной путь. Держись от меня подальше. Ты действительно скотина, как и говорил мой дядя. Я говорил тебе, во мне немного легенды. Похоже, ты прав. Хорошо, змей. Я буду пой девочкой. Мы свяжемся после того, как я найду доктора. Потом мы позаботимся о коде детонации. Я поняла. Но послушай, я знаю это местность лучше тебя. Спроси у меня, если не знаешь, куда идти. Будь осторожен. Когда открою грузовую дверь, я свяжусь с тобой. Да, бывает иногда и так. Так, это какая дверь? Это шестой. Еще шестой код допуска есть. Офигеть. Так, это первый. Здесь что у нас? Здесь у нас ничего нету. Так. Патроны взял. Патроны, кстати, у меня... 49 я могу. Это еще патроны. Туалет. Так, что нам надо? Нам, по сути, по идее, все. Я здесь везде уже полазил. И мне надо на первый этаж подниматься. На верхний. То есть не в бункере, а на верхнем этаже. Вот где-нибудь сюда. И потом там еще, по-моему, пару дверей было. Которые я не ходил. По сути, все. Я тут все облазил. Шестой код допуска. О! Так. О. Змей, я открыла грузовую дверь для тебя. Спасибо. Где ты? Там, где я тебя вижу. Постарайся спрятаться. Не бойся, меня не заметят во вражеской форме.
долго не проживешь, если будешь жить так, как живешь сейчас. Что это значит? Ничего. Послушай, Змей, эта дверь похожа на шлюз. Она оборудована инфракрасным сенсором. Будь осторожен. Если тебя засекут, то пустят газ. Газ? Окей, мы встретимся в хранилище паяголовок. Стой, ты же сказала, что будешь паинькой. Я передумала. Не теряй бдительность, из-за этого обычно погибают люди. Извини, но только так я узнаю, быть или не быть мне солдатом. Я хочу попробовать. Не нужно поверить. Эти ребята профессионалы, они убьют тебя. Еще увидимся. Да пофиг, ей вообще пофигу. Так, дверь открыта, большой шлюз открыли. Нам без палева. Но я хочу еще, знаешь, куда? Так, я хочу сбегать на второй этаж, там... Так, вот тут что у нас? Патроны. Кстати, тут никого нет. А, не, есть, нифига себе нет. Так, погоди, вот здесь вот камера. Камера что, зафиксирована? Нет. У меня тут пару дверей есть, и они, по-моему, есть возможность пройти по ним. Так, без палева. Вот, например, здесь первая. Так, тут есть какие-нибудь? Я сейчас везде буду включать. Тут норм. Так, картонный ящик прикольный, на самом деле это тема, которая прям ты можешь прятаться, тебя без палева не заметят, если некуда деваться. Это вот, смотри, диск, ящик. Опа! Меня никто не замечает, я опа, стою. Блин, меня заметили, один хрен, бегу отсюда. Так, погоди, если я его убью. И мне надо вот сюда вот спрятаться. Могу, подожди, дверь. А, не открывается. Так, блин, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Убили. Как хорошо, что я только что сохранился, ребята. Буквально вот. Снейк. Так, ладно. В принципе, я пойду возьму только отмена. Картонный ящик и все. И на этом все. Я спалился, я зашевелился в самом этим картонном ящике, и меня спалили. Так прикольно. Ну, если так стоять без палева, то тебя не запалят. Так, здесь инфракрасных нету. В принципе, я могу спокойно заходить. Брать, хорошо. Гранаты. Электрогранаты, я так понимаю, они вырубают всю электронику. Ну, то есть видеокамеры и такую всю хрень. И я могу спокойно проходить там, где не мог пройти в другом месте. Так, ух ты. Да блин! Да что такое? Да что ж это такое? Да что ж ты будешь делать? Да что ж ты будешь делать? А, ему пофигу. Так, я убегаю. Блин, чувак. Ну, чувак. Так, этого я... Так, я запутался, где я здесь. Ага, я вот здесь нахожусь. Так, этому вообще пофигу. Он очнулся и особо не палится в эту сторону подойти. Куда он пошел? Ага, вот он стоит здесь. Вот он уходит на свое место, я убегаю. Так, какой дверь открыли? Какую они открыли? А, вон она, все, вижу. Вижу. Ну тут инфракрасный, здесь надо... Так, осторожней надо мне... Так, вот эту штуку. Вызов, да, давай. Ой, не на то нажал. Будь осторожен, Змей. В шлюзе находятся инфракрасные сенсоры. Ты же говорила мне. Наверное, ты не сможешь их увидеть невооруженным взглядом, но знай, лучи исходят из той стены. Если они тебя засекут, то двери закроются и помещение наполнится ядовитым газом. Ты должен как-то пробраться, не подняв тревоги. Я тебя услышал, я тебя понял. Я вообще шаристый. Считай, спецсупер... сесть. Вот они. Проползаю. Что, мне хана? Мне хана, да. Надо было пробегать все-таки, тут не надо проползать. Ну все, это мне тут все. Смерть мне, смерть. Да что такое, я палюсь уже второй раз. Так, сенсоры какой там? Жизнь заканчивается, я бегаю. Ладно. Кто кричит сейчас?
Снейк. Так. Угу, поднимается, прохожу. Так, здесь. Блин, я не вижу, где тут. Ага, все, вот увидел. Сложно понять, где они именно. Так, здесь вот. Здесь. Вот она поднимается. Они все одинаковые просто. Так, все, я прошел. В принципе, я могу эту фигню снять. Ключ-карту я открываю. Все. Дверь и выхожу наружу. Все. Наконец-таки. В принципе, нормально. Пару раз умер, правда, но ничего страшного. Хорошо, идем во второй комплекс. Так, что тут у нас? Ага, тут у нас вроде тихо. Никого не вижу. Да, блин, одни звонки. Да я не... Змей, осторожно. Вокруг тебя наземные мины. Включи миноискатер. Кто ты? Называй меня секретный источник. Секретный источник? Информатор в Атергейском скандале? Это не имеет значения. Ты не пользуешься стандартным диапазоном. Ты что, где-то рядом? Послушай, у тебя на пути танк. Жди засаду. Кто ты? Твой поклонник. Так, секретный источник. На пути танк. Но у меня нет, по-моему, вот этой фигни. У меня есть только инфракрасный датчик. Но... А, не, есть. Вот он. Это отражает мины. Да блин, я думал там... Можно как бы это... Ну, как бы, да. Так, ага, вот они мины растяжки ставят. Я сейчас пробегу, посмотрю, что тут вообще есть. А, я мог вот здесь, да. Я мог вот здесь пробежать. Все. Только не говорите, что будет такая заставка. На пути танк и будет как-то... Ага. Вот он, танк целый, военный, охрененный танк. А чем же мне его убивать? У меня автомат и пистолет. Это территория воронов. Второй босс. Змеям не место на Аляске. Я не дам тебе возможности исчезнуть. Пошли ему сообщение. Офигеть, прям. Так, а там же бомбы были. Это правда. Ты на земле. Тебе следует ползти по земле, будто ты змея. Выходи. Не выхожу. Так, погоди, здесь... Что мне дают здесь? Так, жизни дали. Сколько у меня жизни? Одна и половина здесь. Хорошо, я здесь... А, подожди, мне же еще надо смотреть инфракрасным на эти бомбы. Так, погоди, а что мне делать надо? У меня, в принципе, здесь... Мне, может, надо куда-то вернуться, взять какие-то супер снаряды? Или что? Я не совсем понимаю, просто как мне с танком-то сражаться. Во, погоди. Граната, точно. У меня же есть граната. Все, мне дают гранаты. Где мне граната? Вот, она у меня обычная. Граната обыкновенная. Кидай! Так. Жизни у меня мало. Я, наверное, все-таки выпью жизни. Выпить как? Как жизни выпить? Блин, я кинул ее. Слабо кинул. Угу. Ай-яй-яй, прям на него залез. А, не туда. Так, как, подожди, как жизни выпить? Вот, все. У меня жизни вообще прибавляться будет? Это или это все, что есть? И почему же эти не взрываются, я не понимаю. Я кидаю вроде прям идеально точно. Или мне надо прям... Вот в этого чувака я попал. Вот еще попал. Вот, прям четко на него кинул. Вот, хорошо. Так, а у меня остались гранаты? А нифига у меня их не осталось. Я очень надеюсь... А, следующий чувак вылез. Так, жизни и... Подожди, какие? У меня есть еще оглушающие, обманные. Зачем они мне нужны, я не совсем понимаю. Ничего мне обманная даст граната.
Так, отлично. Она ничего мне не дала. Она, короче, просто обманная граната. У меня есть С4 и глушающая граната. Ну, она что мне даст? Ну, оглушу я его. Так, я еще, по-моему, сам оглушился. А, вот, все-все-все, они тут периодически появляются. Хорошо. Обманная граната. Подожди, я же что-то взял. Я же что-то сейчас взял. Короче, мне надо дальше бежать. Ага, вот, может здесь будет. Да, граната, 4 штуки. Хорошо, хорошо. 4 из 12 мне прям идеально четко попали по мне. Вот он вылез сам. Сам этот урод. Ты посмотри, иди ты нафиг. Урод. Чистый, чистый урод. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас я буду их использовать прям по назначению. Да почему я их кидаю прям в тебя, чувак? Вот, все четко. Вроде идеально кидаю. У тебя это смазание вот этих, блин. Так, ключ-карту, да, взял, походу, какую-то? Отлично, босс. Надеюсь, вы счастливы. Он получил карту. Мы поиграем с ним еще немного. Вам не следовало недооценивать его. Что ты о нем думаешь? Как ты и говорил в битве, он словно одержим демоном, похож на тебя. Я не видел еще такого. Ты видел? Я говорил тебе, но я убью его. Генерал Иван, я слышал, он лишил вас достоинства. Попридержи язык, ворон. На языке народа Сиу. Сиу переводится как змея. Все знают, что ее надо опасаться. Змея у меня в руках. Когда ее встречу, то позабочусь обо всем. Еще рано. Не убивай его пока. Мы с ним снова встретимся в бою. Действуем, как всегда. Да. Ворон жаждет его крови. Ворон вулкан у него погоняло, в общем. Грозный боец, бла-бла-бла. Так, вот у меня увеличились, по-моему, жизни, малёха. Стали побольше жизни. Хорошо, сейчас я позвоню. Мейлинг, сохранюсь. Здесь еще так. Ты звонил, Змей? Да, да, запиши меня, пожалуйста, на новый блок. Змей, в Китае говорят, переходя речку, спроси у крокодила, завтракал ли он сегодня. Ты знаешь, что это означает? Это значит, что мудрый избегает опасности. Думай, как избежать ловушек. Хорошо, я понял. Это намек на то, что мне надо этот инфокрасный включить? Не, тут все четко, все тихо. В принципе, тут все нормально. Карта третьего уровня у меня есть. Ой-ой-ой-ой, и я бегу наверх сперва. Так, а тут я что? Тут я спрятаться могу, куда-то пролезть. Ага, вот, тут стекло идет. Значит, мне надо по низу в любом случае идти. По нижней части. Так, это... я тут могу пролезть, да? А то я не понял сначала, что за фигня. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нехило я пролез, да какого хрена? Будь осторожен, в этом районе нельзя использовать оружие. Я уже запрограммировала наномашину так, что ее нельзя использовать. Офигенно. Что? О чем ты говоришь? Ты забыл? Это же место, где они держат боеголовки. Разве ты не видишь их? Да, здесь много ящиков, но разве все с боеголовками? Да, это все демонтированные боеголовки. Они просто бросили их тут. Как и говорил президент Бейкер, тотальная безалаберность. У них ограниченные бюджеты, поэтому в средства массовой информации попадают только фальшивые сведения. Но в действительности происходит то, что ты видишь. Наташа лучше разбирается в этих вопросах.
Боеголовки в ящиках не имеют детонаторов, поэтому не могут взорваться. Но если их повредить, произойдет утечка плутония, что приведет к экологической катастрофе. Смей, не применяй оружие на этом этаже. Вы же отключили мне, подожди, я хочу у Наташи спросить, что тут она... Где Наташа? Наташа, звони Наташе. Змей, это хранилище ядерного оружия. Неужели все здесь в ядерных боеголовках? Да, но их детонаторы удалены. Так я могу не беспокоиться о том, что остров может превратиться в кучу руин? Нет, но если корпус боеголовки поврежден, то может быть утечка ядерных материалов. Убедись в том, что ты не повредил боеголовки своей борьбой. Ну ничего, в принципе, глобально ничего она мне не рассказала. Так, куда мне вообще двигаться? Куда мне идти? Так, там чуваки ходят, стоят. Я иду, наверное, налево пойду, я не знаю. Я не совсем понимаю, куда мне надо. Так, тут прохода нет? Нет. Надо тут чаще смотреть. Так, тут какая-то фигня. Гранаты. О, как раз граната нам и не хватало. Так, тут чувак на меня идет. Так, я его оббегаю. Что это за звук? А, блин, по решетке нельзя еще и ходить. Да ты чего? Вот тут какая система. Показалось. Так, там один другой чувак идет. Блин, мне бы знаешь, что найти? Мне бы найти, короче... Мне его перевернуть было так вот. Так, я хочу... А, ну подожди, мне надо нажать на кнопку. Вызов лифта. Куда он поедет, фиг его знает. Куда мне надо, я тоже не знаю. Так, а сколько здесь? Здесь тоже двойная система. Хорошо. Еду пока вниз, смотрю, что там. B1. И там я, в принципе, третий ключ доступ. Офигеть. Так, офигенно. Так, это третий ключ. А, это туалет, что ли? Так, здесь я могу спрятаться. Здесь ничего нет. Ага. Так, тут кто-то ходит. Чувак стоит в туалете. Хорошо, не будем его беспокоить. В принципе. Пятый ключ у меня нет к нему. Так, здесь вообще целая гора. А, четверка. Шестерка. Вообще без... Короче, это, походу, беспонтовое здание, да? Четверка идет. Так, тут кто-то скрылся. Да блин, на меня бегут. Там хоть один, тройка была. И я не понял, их двое стало? Да нет, нет, подожди, коробка. Офигеть, они, блин... так, чуваки... Так, тройка. Вот, тройка у меня есть. Хорошо. Я могу зайти, набрать всякого хлама. И ухожу я нафиг отсюда. Так, тут ничего нет? Ага, есть. Хорошо. Короче, я набрал. Вооружился я как минимум. Так, я ухожу отсюда. Мне надо на более нижний этаж. На более нижний. Ну, во всяком случае, тут я ничего не увидел. Чуваков куча. И как бы, может, вообще на первом мне еще надо было. Там, в дали не побежал. Надо как бы бегать, мне бы глушитель, чтоб я мог убивать их четенько. Так, это где я нахожусь? Ага. Так, опасность. А, здесь я пройти не могу. Так, здесь могу, хорошо. Так, это что такое? Пол электромагнитный. Ну, в смысле, под напряжением. То есть мне надо сюда, чтобы я мог дальше пройти. Мне уже кто-то названивает. Да беру трубку. Так. Змей, осторожно. Сюда пустили ядовитый газ. Пол находится под высоким напряжением. Уничтожь переключатель высокого напряжения. Щит находится на северо-западной стене. Но как? Я не могу достать туда. Используй управляемую ракету. Вопрос сразу на засыпку. Где мне ее взять? Управляемую ракету я должен, короче, сюда стрельнуть, я так понимаю. И отсюда она полетит. Но у меня ее нету.
Так, возможно, все-таки тогда первый этаж и пока пошиться там. Там какой-то склад был. На первом этаже, на этом, как его... Ну, там они, ей эти боеголовки атомные, ядерные. Могу я B1, B2 использовать оружие, мне интересно. Так, вот здесь чувак стоит. Вот мне бы его как-то вот без палева было, чтобы он прошел. Да. Я как раз сбегаю вот туда. Так, вот здесь вот посмотрю, что у нас есть. Палевно тут. Ага, вот так, так, так. А пойду сюда. Угу, теперь в эту сторону. Вот я думаю, вот в этой штуке нет. Нифига тут нет. Только я могу спрятаться, да? Ага, ага. Так, он ходит здесь. Блин, ничего нету. Только если вот аут. Ну а там, по-моему, патрон. Так, я, наверное, знаешь, что сделаю? Я, наверное, сделаю хитро все-таки. Я позвоню сейчас Мэрил, она в курсе, может, и где лежит что-нибудь. Секретный источник? Я не знаю никого с этой кличкой. Ясно. А то он и секретный. Интересно, зачем он помогает? Я не знаю. Ловушка? Возможно, но мне все-таки придется довериться ему. И это станет большой проблемой, так что будь осторожен. Стрелять из тяжелого оружия строго запрещено. Взрыв может вызвать серьезную утечку радиоактивных компонентов из боеголовок. А это уже серьезно, так что будь осторожен. Похоже, у них есть противогазы. Поэтому они не используют тяжелое оружие. Ага. Ты думаешь, они воспользуются химическим оружием? Так, она мне ничего в принципе не сказала. Давай позвоним, может, дипломату позвонить, узнать. Ага, нет ответа, он сам нам звонит. Да подожди, кому еще могу? Мастер. О, что за мастер? Погоди, что за мастер? Мастер, имя секретный источник тебе ни о чем не говорит. Секретный источник? Ты имеешь в виду парня из Watergate? Нет. Но он использует его имя. Кто бы он ни был, он не участвует в этой операции и дает советы по рации. Что? Ко всему этому он дает дельные советы. Похоже, он находится на этой базе. Где-то на базе? Да. Я без понятия, кто он. Ясно. Да блин, нет. Все, ладно, займусь поиском тогда, ребят. В общем, я бегал, искал, а у меня, оказывается, оно всегда со мной было. Где-то я ее уже взял. Это просто... Это было прикольно. Так, я стреляю, и я ее управляю. Ой-ой-ой, тихо. Так, она вот спокойно летит, пока я не сдох. Так, я еще не пойму, куда. Ой-ой-ой-ой-ой, налево вроде. Вроде налево, погоди, не спеши. Да не спеши ты так. Так, ага, меня еще могут... Не могут. Не могу, так, я не спеша ей лечу. Лечу. Палят ее, кстати. Так, погоди, а тут как? Что тут, как тут? Я сейчас тут врежу. А, нет, нормально. Так, где это? Вот она. Да блин, она еще не успевает. Погоди, мне надо выйти. Выйти, подышать свежим воздухом и еще одну стрельнуть. У меня есть куча попыток. А что она взорвалась, я не пойму. Я чуть не совсем понял, причина ее взрыва. Так, все. Я не вижу, насколько далеко. Я, блин, прям перед этой фигней. Так, вижу здесь, лети сюда. У нее ж, типа, наверное, ограничен все-таки радиус здесь. Да иди ты нафиг. Так, спали. А, не, ее могут взорвать. Так, ладно. Я понял. Я понял, в принципе, здесь как надо. Так, я надеюсь, я не сдохну. Давай. Да нет, не надо никому звонить, не надо выйти срочно. Срочно выйти, я сейчас умру. Так, попытка номер 3, оказывается. Не, нифига, не так просто, как я думал. Вот видишь, надо быстренько еще. Так, стреляем, погнали. Летит. Успеть вовремя ее остановить. Так, здесь вот сюда, сюда по коридору.
Так, тут вроде не спалили меня. Так, хорошо, тихо, тихо, нет, 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 нет. Вот здесь вот, по идее, вот сюда она залетает, и вот, это, вот, вот эта фигня, да. Отлично, хорошо, все. Угу. Четенько, четенько, хорошо. Так, все. Я могу отсюда выйти, набрать воздуха, кислорода, в смысле, поменять на ключ карту здесь хотя бы на обычный. А у меня есть, кстати... А где мой автомат? Я переиграл и не взял автомат, серьезно? Ну вы что, серьезно, я не взял автомат? Так, а сюда могу заходить? Нет, четвертая точка доступа, третья вот. Так, Фамос, рациум, хорошо. Фамос, я вот он взял, закрыто. За открыто, но тут камера, гребаная камера. Да, она не удобна, она еще и с оружием, блин, она еще и с оружием. Надо было по-быстрому, подожди. Я сейчас попробую, знаешь, как вот так. Опа! Вот, вот она, газомаска взял. Так, рацион у меня 2 из 3 и маска. Вот, все, я в маске, я задержал. Так, дыхание. Здесь я не знаю, куда мне здесь. Офигеть, как... Я думаю, знаешь, что надо сделать? Надо кинуть гранату, вот эту электрогранату. Граната, граната, граната. Обманная, да, по-моему? По-моему, ее кидаешь, когда все тут... Да, им вообще всем пофигу. Меня не палят. Так, сюда я не могу, сюда я... А, подожди, могу, 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 могу. Я везде могу, в принципе. Только сам факт, что... Так, 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 я набираю. Ага. Ну, я сейчас сдохну. Я тебе серьезно говорю. Я сейчас сдохну, мне надо в маске, все. Так, тут четвертый ключ допуска. Здесь вот я что-то еще хотел. Так, а, все, электрогранаты у меня есть. В принципе, да. В принципе, это самый вариант. Короче, кидать их и проходить. Третий, третий, первый, первый, какой-то шестой, по-моему, вообще. Я еще одну кину сейчас, потому что мне надо сюда. Да, мне надо сюда! Мне ж надо сюда! Я же говорил, что мне надо сюда. Да взрывайся. Все, 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 все. Так, а что, я сюда не могу пройти? Зашел, все, фух. Фух, жесть. Так, ладно, ладно, все. Выстрелы. Там что-то происходит, затишье. Затишье, ребята, затишье. Но это уже в следующей серии. О, интересная игра, прикольная очень. Понравилось видео, ставь лайк, подпишись, нажми колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск, обзор, прохождение, летсплей, стрим. Подписывайся на все социальные сети, все ссылочки в описании. Всего тебе самого наилучшего. До встречи. Пока.